сегодня мы будем готовить альтернативу конфетам. Рецепт, в общем-то, дюкановский для тех, кто на закрепе. И для всех, кто придерживается более-менее здорового питания. Здесь не будет ни масла, ни сливок. Все достаточно полезное. И конфеты получаются, поверьте мне, очень-очень вкусные. Значит, нам для этого понадобится арахисовая паста. Но если вы ее не едите, аллергия или что, пропускайте. Финики, курага, хлебцы у меня кукурузные. Вы можете ржаные, какие употребляете. И орехи. У меня здесь смесь орехов лесной, грецкий, миндаль. Орехи можете выбирать любые. И количество воды я вам потом все-все в инфобоксе под видео напишу по количеству. Так, первое, что нам нужно сделать, нам нужно измельчить хлебцы. Вы можете измельчить прям, знаете, в такую муку, а можете оставить такие кусочки. Леша, это я не выключаю видео, чтобы картинку не сбить. Ну вот у меня остались такие небольшие здесь кусочки, и этого мне вполне, меня это устраивает. Значит, берем миску, здесь у меня уже арахисовая паста, выкладываем сюда измельченные хлебцы. Теперь сюда выкладываем большую часть фиников и тоже измельчаем в пасту. Фиников у меня здесь небольшое количество, поэтому я думаю, что я выложу и финики, и курагу, чтобы был объем и все это лучше взбивалось. На этом этапе мы добавляем воду. Воду мы добавляем, чтобы все это лучше измельчилось, превратилось в такую пасту. В процессе измельчения вы открываете и смотрите, чтобы у вас не остались большие куски. Финики, они могут налипнуть на дно, поэтому лопаткой приподнимайте. Добавлю еще немного воды. Так, паста моя готова. Перекладываем ее тоже в миску. Так, орехи я измельчу в кофемолке. Если хотите, можете порубить ножом. Достаточно крупно оставить. И орехи отправляем в общую миску. Все, я переложила. Вы когда будете взбивать, и нужно все это перемешать. Вы когда будете измельчать орехи в кофемолке, вы обратите внимание, у меня два грецких ореха, две половинки, они не измельчились. Ну, я их ножом порубила, и, в общем-то, ничего страшного. Просто обратите на это внимание, они прямо остались целыми. И вот сейчас это все перемешиваете. И в процессе перемешивания вы смотрите, если у вас получается масса очень такая вязкая, не перемешивается, добавляете воду. Если она получилась жидкая, вы переборщили с водой во время измельчения фиников, то тогда вы можете измельчить дополнительно хлебцы и добавить. Ну, то есть, как, знаете, принцип мука. Если когда вы тесто замешиваете, если оно у вас жидковатое, вы добавляете муку. Здесь вы добавляете измельченные хлебцы. Вот такая консистенция меня устраивает. Она такая плотная. И теперь мы будем выкладывать форму. Форму я застелила пергаментом. Все нужно выложить в форму и разровнять. Такой, у меня получается здесь такой квадрат. В общем, любую форму, какую вы выберете. Вы можете, знаете, что сделать? Вот так вот руки мочить и катать шарики. И уже у вас будут такие готовые шарики. И уже потом вы их отправите в холодильник. Но вот поверьте мне, что вот этот способ более удобный.
Вот так я разровняла. Если она, масса будет прилипать к ложке, вы можете ее не слегка намочить и разровнять. И теперь мы накроем пленкой пищевой и на час-полтора отправим в морозильную камеру. Итак, конфеты заморозились. Часа три в морозилке провели. Посмотрите, очень легко отделяется от пергаментной бумаги. Сейчас нужно конфеты порезать. Вот знаете, форма любая. Вы можете квадратиками, полосочками, как хотите. И я вам сейчас покажу пример, как дополнительно можно эти конфеты оформить. Берем конфету, края обмакиваем в шоколад. И потом вот здесь у меня или миндальная мука, или кокосовая стружка. Вот так. И на застеленную пергаментом поверхность выкладываем. Вы можете просто конфеты порезать, разложить на пергамент и убрать в холодильник, чтобы они еще застыли. И вот так вот с кокосовой стружкой. В общем, фантазируйте. Можете просто вот в шоколад всю конфету вот так обвалять в шоколаде, потом переложить в мисочку, где какао, и обвалять в какао. Вот так. В общем, получаются такие домашние конфеты. Очень-очень вкусно. Всем рекомендую приготовить. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока!